Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Чего надо? Ближе. Что? До свидания.
Здравствуй, путник. Рад видеть тебя живым и здоровым. Приветствую. Ты все еще в паломничестве? А как иначе? У каждого лика Хеймдаля я прошу для тебя милости. Прощай. Не попадай в неприятности. Пошли нам здоровье. И сделай так, чтобы мы вернулись с полными сетями.
еще не поздно. Попроси, прощения. Я не видела тебя здесь раньше. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я Ютан Димун. До сей поры не нашелся тот, кто смог бы сравниться со мной в бою. Может, ты со мной сразишься? С тобой? Я победила самых славных воинов Фарер. Из уважения к ним я не стану перечислять их по именам. А кто такой Геральт из Ривии? Кто-то, кого ты до сих пор не победила. Может, не стоит тратить на тебя времени? Я не слышала, чтобы ты прославился какими-то великими подвигами. Какие великие подвиги ты имеешь в виду? Если бы мне пришлось сражаться с ведьмаком, мне понадобился бы подходящий меч. На дне моря, недалеко от берега, лежит остов затопленного драккара Хоскульда Рогатого. Там же его меч, который, как говорят, нельзя было выщербить. Принеси мне его, и я померюсь с тобой силой. Хорошо, я попробую. До скорой встречи. Даже интересно, вернешься ли ты. Прощай. Верно? Серебро, да?
Покажи, что умеешь. Thank you.
Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Поднести бы надо. Да прибудет с тобой Фрейя. Вот бы мой Свен был таким героем. А мой отец бьет черт. Себя чувствовать. Привет, Белоголовый. Я принес меч Хоскульда, как ты хотела. Правда, я еще не проверял, можно ли его выщербить. Надо же! Как ты его достал? Ничего особенного, просто задержал дыхание и работал одновременно руками и ногами. Хм, языком молоть ты гораст. Посмотрим, будешь ли ты так же крепок на утоптанной земле. Я готов. Тогда начнем. Пусть Фрейя укажет победителя. Ну, сколько мне еще ждать? А, сука! Хватит! Хватит! О, боги! Не удивлен, что тебе трудно найти достойного противника. Но в конце концов, такой нашелся. Где ты этому научился? В Каэр-Морхене. Каэр Морхен. Это ужасно далеко. Готова поспорить, ты и по пути многому научился. Может, ты об этом расскажешь? Это будет долгая история. В таком случае нам понадобится какое-нибудь спокойное место, отменный мед и... Что скажешь? С удовольствием. Увидимся в корчме. Там слишком шумно. Ты можешь прийти ко мне. Я живу в Харвикине. Буду ждать тебя после захода солнца. Тогда до свидания. Дадим черным бой. Как я слышу про подвод? Будешь тут тихо. Нечего смотреть! Ведьмак? Привет. Я уже решила, что ты передумал. Я ни за что не упустил бы возможности провести с тобой вечер. Я вот только боюсь, что собеседница из меня никудышная. Мне же не часто приходится беседовать с мужчинами. Нам не нужно беседовать. Надо же. А я думала, Фрейя посмеялась надо мной. Я дала обет, что выйду только за того, кто одолеет меня в поединке. А она послала мне ведьмака. Какая насмешка. Ты очень
разочарована. Нет, я вижу, что мы прекрасно друг друга понимаем. Вы лучше себя чувствуете? Ты останешься здесь подольше? Он великана повалил. Доложили полные портки контрактора Рёв. Дайте всего нам зло, башня. Соберем воинов и вперед, на славу! Дождь и нет. Служба зовет. Что такое? Дело у нас к тебе. Только зачем стоять под дождем? Пойдем ко мне, там и поговорим. Ну так в чем дело? Ты видел пригорок за деревней? Веками на нем ничего не было. И вот однажды просыпаемся, а там башня. Ну и сразу начало оттуда молниями шарашить, будто сам Нагльфар приплыл, и до сих пор не перестало. Надо что-то сделать с этой грозой, а то с такими волнами ни на лов, ни в поход не выйдешь. Вы туда войти пробовали? Мы-то... В то же утро, как башня появилась, сразу туда и пошли, почти всей деревней. Поздороваться с хозяином, если он с миром пришел. Или прогнать, если он дурное задумал. Стучим, ломимся, никто не отвечает. Тут мы дверь открыли, да где стояли, там и сели. Почему? Потому как там за дверью показалась нам будто бы водная гладь, только стеной стоит. В жизни я ничего такого не видал. Друид сказал, что двери эти магические. А потом взял пятерых смельчаков, и вошли они. Но только до сей поры не вернулись. Ладно, я посмотрю, что это за башня. Как будешь внутри,
поищи людей из нашей деревни. Шестеро хороших ребят туда ушло. Жалко будет их потерять. Я поищу. Пусть ведет тебя Хеймдаль.
пригодятся гарпии. Здесь стоит осмотреться.
быстро! Сюда изливается магия. Thank you.
Пусть твой топор никогда не затопится. Бродяга! Пропустил я вчера. Здесь делать нечего. Привет! Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал. Все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопится. А как же? Пожалуйста. Вести дела на Скеллиге одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. Наша Богас.
У вас-то должно быть жизнь хорошая. Говорят, у вас в горах серебро есть. Есть, да, оно есть. Только вот добывать его не получается. А что там? Мое почтение, ведьмак. Стоит осмотреться. Кровь еще не засохла. Это был неравный бой, у него не было шансов. Кровь еще не засохла. Кровь еще не засохла. Земля забрызгана кровью на несколько шагов вокруг. Много ее здесь. Ну, сколько мне еще ждать? Расплавишь клинок и откуешь заново. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведутся все Василиски, Леши. Интересуешься оружием? Здесь у каждого клинка своя история. Кажется, это предназначалось тебе. Письмо от матери. Она пишет, что его должна была привезти сестра. Откуда оно у тебя? Я наткнулся в лесу на тела людей, убитых чудовищами. Письмо было у одной из мертвых женщин. Синга умерла. А сколько раз я говорил ей и матери, чтобы они переезжали ко мне, вместо того, чтобы сидеть на Фарерах. Надо послать кого-нибудь за телом. Мне жаль. Спасибо, что передал мне весть. Другой утруждаться бы не стал. Прошу, возьми. Никогда не затупится. Он беседует с богами.
Но! Вот тебе команда! Всюду одно и то же. Капканы за счет просто собираются. Давай! Будем держаться вместе, и все будет хорошо. А мне бы лезть шубу погодить. А ты, Сопа, чего бы хотел? Смотри под ноги. Thank you.
Пусть твой топор никогда не затупится. Скитаясь по кривоуховым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые зацепки. Монстр перебил целую стаю. Монстр перебил целую стаю. Вот же туша. Он оставил порядочный мех, и когда терся о стул, запах все еще держится. Придется найти другой путь. Воняет, как говно беса. Да... Старая и засохшая. Видно, тварь тут была довольно давно. Погиб недавно. Интересно, кто его так отделал? Следы лап. Он долго сопротивлялся. Еще зацепка, следы. Для беса слишком маленькие. Оба потеряли много крови. Следы лап. Он долго сопротивлялся. Клочки окровавленного меха. Тот второй был другой окраски. Это должен быть черт. Наверное, не поделил с бесом территорию. Придется его приманить. Thank you.
Жалко, что они не свежие. Но для приманки сойдет. Готово. Это его привлечет. Запах миль на 5 вознесется. Он появится. Надо просто подождать в пещере. Бандиты, я из тебя останки сделаю. По окрестным лесам рыскал чёрт, но я от него избавился. Они с бесом делили территорию, потому чёрт и был такой злобный. Чёрт? Бес? Что же, чудища против нашей деревни сговорились? Думаете, их теперь только больше будет? Нет, не думаю. Но я посмотрю по дороге. Спасибо. А у меня тут кошель для вас. Мы всей деревней сложились. Спасибо. Будь здоров. Thank you.
хорошо. Thank you.
что, драться баронета. А я как захочу какую девку трахнуть, так и трахну. И теперь я ложу на всякие запреты. Пора бы шкуру спустить. От всех бед? Кажись, у меня часок. Чем могу помочь? Что у тебя есть на продажу? Thank you.
Бывай. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твой... Бывай. Чем могу служить? Я побывал на Ундвите, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок! С виду как настоящие! Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грёникан. Генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры! Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь. Обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Понятно, что нильфгардскому генералу вы отказать не сможете. Но постарайтесь о моем панцире не забыть. Не забуду. Я не забуду, потому что это я его сделаю. Впрочем, как и все остальное. Доспехи для нильфгаардца и другие наши заказы. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Признаюсь, мне непросто поверить в твою историю. Тогда я докажу тебе и всему миру, где правда. Фергус сделает один доспех для нильфгаардца, а я другой. Потом сравним. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек. Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса.
И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. Перо архигрифона. Наверное, он его потерял, когда взлетал. Может, у него гнездо где-то рядом. Иди, иди сюда! Но!
Пнуть тебя, Гузда. От всех бед я родился. Поди с глаз долой. Тем больше трезвый. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сука, сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронца. Люди пошли жаловаться к барону и уж так причитали, что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати. Мне пара крон пригодится. Однако, ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. А чем больше пью, тем больше трезвый. Ты вернулся. И как? Достал кислоту? Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Геральт, я закончила. Выглядит очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Генерал. Мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия — дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергусов в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права. Я не верю, но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание без манекенов, по-настоящему. О, какая толпа! Эй, ты, наденешь этот доспех? Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Я добыл для тебя кислоту, но на этом все. Я не собираюсь больше рисковать жизнью. Прошу тебя, пожалуйста. Если ты мне не поможешь, я не смогу доказать, что мастер я, а Фергус — самозванец. Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Мать твою! А я-то пришел коня подковать. Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Живой? Ах, я-то оклемаюсь. А вот доспехи эти — дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех.
ни вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Когда я увидал, как болт пробивает доспех Фергуса, у меня возникли кое-какие сомнения, но это быстро прошло. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Как там мой доспех? Все готово. Я усилила сочленение и обдала пластины кислотой. Все как принято в моем клане. Спасибо. Сколько я тебе должен? Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Это подарок. В благодарность за твою помощь. Возьми. Пусть он сослужит тебе добрую службу. Спасибо. Мне нужен... Это меня к дождю так ломало. Я живу. Чуть не обнялся судьбой.
Знаешь, чем приходится платить за службу? Улиток долой! Червяки повылазят! Клиент! Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Слышал вчеровую. Что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Тебя ждет смерть от отравления. Там, где есть.
Есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили, искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. Чем-то тут смердит. Я не о трупах. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете, и я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. Это был неравный бой, у него не было шансов. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Челюсти способны раздавить панцирь. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Спрашиваю последний раз. Что стало с нильфгаардцами? И что за этой дверью? А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Отпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Ну, под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нильфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Ну, давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нильфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Клочки меха. Это Кима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Доски наверняка можно поднять. Пробитый доспех, разорванные артерии.
Боги! Он вышел живым! Под землей дремала Экима. Старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А мы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом. Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Мы вас, правда, что не нанимали. Но, должно быть, вам причитается. Причитается, причитается. Плати. Удачи. Тебя привело. Я по поводу пропавшего патруля. Ты передумал? Или у тебя есть какие-то новости? Я был в стёжках. В деревне завелся вампир. Так вот, почему они не вернулись. Да, даже отряд солдат не справится с Экимой. Мы похороним их с почестями. А ты заслужил награду. Держи.
Интересно, что здесь случилось? Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, но потом они обрываются. Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Кто-то был связан. На веревке наспех перерезали тупым ножом. Следы когтей. Тварь напала с воздуха. Судя по следам когтей, это виверна или велохвост. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали. Кайдвианская. Запах будет чувствоваться еще много часов. Идет в пещеру. Одного он догнал перед самой пещерой. Милостивые крылья, у вас по тьмах так глаза светятся, что я сперва подумал, будто ящер идет. Тварь, напавшая на фургон, какая она была? Здоровая? Здоровенная была скотина, здесь протиснуться не смогла, а зубища у нее были, едва мы утекли. Интересно, догнал ли он тех купцов? Так им и надо с сучаром. Теперь первое дело выбраться отсюда. Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Кого-нибудь из вас зовут Томил? Да он вот там лежит. Догнал его ящер. А вы-то откуда знаете? Его брат просил меня вас найти. Рассказывайте, что здесь случилось. Купцы нас наняли, вроде как их на дороге охранять. Мы оглянуться не успели, они нас цап и связали веревками, как баранов. Зачем? А вот это они нам как раз аккуратно объяснили. Что мы, значит, топереча неизбежные жертвы во имя прогресса торговли. И потому они нас оставят у телеги чудищем на съедение. И правда, летел ящер, как по заказу. Чудище, должно быть, привыкли, что по этому тракту перевозят припасы для армии. Ну да, умная была тварь. Сразу нам отрезала дорогу, так что пришлось нам сюда влезть. А вот бедный Томил не успел. Я займусь чудищем. Виверны часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду, так что искать, думаю, недолго. Мы тут подождем, чтоб не мешать. Королевская виверна. Вот это мне повезло. Thank you.
Надо его уничтожить. Не любишь серебро, да? Притаилась королевская виверна. Надо уничтожить, а то они снова расплодятся. Как же вот это называется? Королевская виверна. Они редко бывают такими крупными. Откормилась, покуда людей на тракте жрала. И как вас звать, милздарь? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Будешь что детям рассказать.
Здравствуйте. Я нашел ваших друзей. Да я с ними уже говорил. Эх, жаль, Томилу не свезло. Вот вам. Держите-ка. Спасибо. Прощай. Ничего не бойся, Гербран. Мы тебя не выдадим. Вы будете рисковать собой, семьями? Ни один из нас. А мы своих не бросаем. Эх, господин, чего говорите? В чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готтард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. А что за волчица? Вроде как она с волками трахается. А человека голыми руками разорвать сумеет. Бестия она в человеческой шкуре. Хотя кое-кто говорит, что большой красоты девка. А доманша она в банде дезертиров, недобитков из разных армий. Такие убивать да грабить обучены. За что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В
конце концов, Бертрам к охотникам пошел защиты просить. Мы, как охотники, ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертрама убить. Помогите. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь-ведьмак. Они очень серьезные. Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ и от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. Ты поверил, что я умею? Разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама. Никого другого мы не тронем. Что такого тебе сделал этот Бертрам? Значит, этого они тебе не сказали. Так слушай, он пришел ко мне полгода назад. Обещал нам подсказывать, кого из деревенских стоит потрясти. А взамен получил долю в добыче. А потом жадный стал. Хотел все больше, но я ему отказала. Тогда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей погибла. Отойди, ведьмак, это не твое дело. Нам нужен только Бертрам и никто больше. Вот тебе мое слово. Я не буду стоять у тебя на пути. Делай, что должна. Разумное решение. Видишь? Все прошло гладко. Это тебе за понимание. Идемте, господа! Господин Джеймс.
Здесь пригодится глаз Нихалены.
Привет. Позволь. Прощай. Привет. Позволь. Прощай.
Ты кто такой? Что-то у меня поясницу прихватило. Ты кто такой? Седой. За донос наказывают. Привет. А с чего ты... Так ведь каждый... Тогда... Ростовщиком давно работаешь? Еще бы. Начинал вот таким мальчонкой.
помогал отцу и принял после него контору. Нет, отец принес меня сюда. Оставил под заклад, но так и не забрал. Будь здоров.